Привет, друзья! 4 января примерно в 17:30 в московском районе Петербурга произошла авария. Столкнулись Volkswagen Polo и автомобиль скорой помощи. В результате столкновения на пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе машина медиков завалилась на бок, лобовое стекло разбилось. Как сообщают очевидцы, в момент столкновения у скорой были включены проблесковые маячки. По данным, в автомобиле везли пациента с коронавирусом. Водитель Volkswagen заявил, что сигналы у машины медиков были отключены. Пострадавших в аварии нет. Берегите себя и своих близких.